В современной библиотеке можно взять не только книги, но и научиться чему-то новому. Например, в одном из филиалов, которые находятся по адресу Бульвар Зеленой аллеи, дом 7, можно научиться играть в шахматы. Опытный преподаватель Юрий Козлов имеет первый разряд. Он занимается шахматами около 20 лет и неоднократно принимал участие в турнирах. Юрий Михайлович знает, с чего начать обучение. Начинается все с истории шахмат. Обязательно потом начинается теоретическая часть, практическая часть. Входит туда много чего, и дебюты, и гамбиты, и названия, много открытых начал, закрытых, полуоткрытых. Это целая книга. У нас этот клуб, я надеюсь, станет регулярным. Раз в неделю вроде желающие находятся. Группа состоит не только из новичков, но и из тех, кто играет в шахматы уже не первый год. Наставник может найти подход каждому. Ребятам нравится учиться. Мне очень нравится здесь заниматься. У нас очень хороший преподаватель. Я хорошо играю в шахматы, у меня есть некоторые успехи и желаю всем таких же успехов. А успехов ребята, несомненно, добьются, если будут стараться и стремиться к победам. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.